Какое-то у меня лицо кривое. Доброе утро. Доброе утро. Когда стали в путешествие в 7 утра. Еще не раздуплились такие. Да, сзади стоит наша команда. На спасатели. Бабушки, дедушки. Короче, будет кого поснимать, с кого поорать. Но этот путь 17 километров занимает, если нас не надурили, поэтому орать будет с тебя в самом конце. Да, в общем, куда мы... Как у нас экскурсия вообще называется? Я не знаю, это чаще экскурсия. Сейчас мы прочитаем вам экскурсию. Саклыкс. Возможно, не так, но вот что-то так похоже, да. Ну, посмотрим. Короче, едем в какое-то ущелье, сейчас каньон, непонятно. Проснемся просто. Нас просто развели на бабки, поэтому... Вику. Как-то меня, так получилось. Вику. Это когда нам просрали лошадей и дали в подарок типа спа, и тут же продали за самую дорогую экскурсию. Типа... Ну, это не самая дорогая, на $60. Нет, ну, из наших, я имею в виду. А, ну, типа... Да, ребят. Поэтому я надеюсь, сегодня будет интересно, весело, подписывайтесь красиво. Подписывайтесь на канал. Вот тут лайк, а вот тут колокольчик. Ну или не подписывайтесь. Ясно. Короче, see you later. Час. Там этого располагается на холмы, такие высоты, будем подниматься, очень красивая панорама. Обходим этого древний город. Там лучше кроссовки, потому что там получается идти в кусты, с кроссовками будет удобно вам. После древний город будем еще продолжать на водопад. Оттуда... Поднялись мы высоко в горы, посмотрите, какая здесь красота. Ну да, это руины всякие, главное, разруха. Да, смотрите. Гробницы. Так, смотрите, иду по значкам. О, нашла. Такие вот сельские туалеты здесь, ребятки. Баянбацы, байбацы. А что из этого шо? Непонятно. У нас дворец в переводе, но в турецкий язык сарай. Сарай называется. У нас дворец. Короче, смотрите, ребят, сюда можно вот прям зайти. Сейчас пойдем потрогаем, да, всякие античные вещи. Там туда до сих пор. Такое чувство, что мы, знаешь, где-то в Италии. Да. Уже фоточки в Инстаграм делают. Ой, Саш, большая херня летает. Ой. Ага. Я сейчас потрогаю штуку, которая 100 лет. Даже больше. Ну, больше. Да. А если сказать 100 лет выветрено. Виды красивые очень. Этот влог будет, наверное, Саш, для таких, типа... Старпёров. Сори. Короче, вот так вот все это выглядит. Очень миленько. Да, Александр? Пошути шутку, чтобы было не совсем по-старпёрски. Не знаю даже, что придумать. Пока что нет идей. У меня же все шутки заготовлены. Бля. Я сказал, зачеркнул, типа. А поэтому еще не накидал. Смотрите, какой Саша лук. Сельский, понимаешь, эта футболка я еще с утра делал, я у тебя спрашивал, какой одеть, Вик? Ну, хорошая эту футболка, чем вот тебе не нравится. Вот там подходила больше, это как сельская. Да ты купил эту футболку, Саша, ни разу не одел, зачем потому ты ее купил? Потому что она не оверсайз, я не ношу такие футболки. Так зачем ты ее покупал? Не знаю. Вон у тебя уже пятно какое-то посажено здесь. Смотрите, свинья, как у первый раз футболку одел. Ну, что? Так, смотрите, это наша большая прекрасная группа, которая останавливается возле каждой херни.
А это мед? А это гранатовый сок? Саш, все делают фоточки. Может, мы сделаем тоже тебе фоточку? Давай авочку поменяем тебе в Инстаграм. Возле колонны. Да. Ну, да. И еще на фоне куча бабок будет. Подождать очередь. Пока куча все сфоткаются по очереди. Вон, смотрите, ляп. Я хочу с дедами и бабами. Я попрошу их встать, чтобы они слева, справа встали. Да, да. И расспрашивайте, из чего сделана вот эта колонна, из чего. Давайте я проведу вам экскурсию. Как мужик подошел, строитель говорит, шлифованная. Ага, это такая. А что, приятная очень? Ну, приятная, кстати. Ну, холодная, видишь, значит, гранит ага, какой-то. Ага, класс. Прикольно. И вот другая вообще лежит. Ага, это камень обыкновенный. Камень обыкновенный. Камень не шлифованный. Переливающийся какой-то. Вот этот уже греется, видишь? На мрамор похож. Вот этот красивое просто что-то. Все, Саша экскурсовод в деле. Все. Katrina with no FEMA, like Martin with no Gina, like a flight with no visa, first class with the seat back, I still see ya. Так, ребят, сейчас мы будем подниматься и смотреть эти гробницы вблизи. Сейчас нам оплатят входик. На! Это гробница. Да, вот тут фреска стояла, он сказал. Какая там? Я не знаю. Это в аккумулятор что добавляют? Я не знаю. Свинец, свинцовая, типа, поняла? Ага. И их сейчас выломали, сдали на свинец, и вот дырка. Там ага. Было, типа, железная. Было Саша, закрыто. Саша эксперт. Саша гид. Пошли выше, люди продолжают, покажи их, как идиоты. Вот, вот фоткаться, да, как обезьяны. 90% идиотов, которые фоткаются просто возле столбов. Дай потрух. Вика сказала, что голова у нее не горячая, это я в кепочке. Да не, Мик, может с той стороны. Вот туда, чтобы забраться. Да, на этот, Вик. Так, вот сейчас будем смотреть, как проходит фотосессия. О, грудь поправила. Толсто. Ну и что мне сделать? Похудеть. Так, в общем, приехали мы на следующую локацию. Сейчас пойдем на водопад. Нужно было какая-то обувь, типа шлепок. Пришлось купить в магазине вьетнамки, так чисто на один разок, потому что мне моих пацаношках, ну, немного жалко. Забила, да? Типа, блок про тебя, я не понял.
Ну вот, ты неинтересный. Я наоборот, мне кажется, из-за меня они лайкают, подписываются на канал и ставят колокольчик. Как тебе интеграция? Я могу чисто подходить и делать эту рекламу. Да, маркетолог личный меняешь. Покажи свои тапочки. Я же показала. Да, вьетнамочки. В общем, сейчас пойдем на водопад, а потом будем кушать форель в ресторанчике. Ну, для этих дедов и бабок это очень все долго. Они пока соберутся, куча вопросов. Да пофиг. Спрашивают, не спрашивают такие вопросы, которые 5 секунд назад они отвечали. Куда ты упрыщиваешь? Что тебе? Сменила свои стрёмные тапочки на еще более стрёмные вот такие тапочки. Заплатила 10 лир, потому что... У них будет комфорт. Да. Так что, ребята, если что, не покупайте ничего. Тут можно просто взять в аренду за 10 лир. Смотрите, мы будем идти вон туда. Ну да, слушай. Этот цепочек сзади пытались сюда вкварить фотографии. А, это я не снимать? Фотки, да. А я для влога снимаю. Фотки, да, давай. Короче, мы сделали по фоточке, отметились.
В общем, экскурсия прикольная, рекомендую. Да. Там мне не больно, понимаешь? Ой, нет. Ну что, я не знаю. Больно все-таки? Сейчас он пласкает свои крокси. Потому что мне заливается, не Вика себе купила за 10 евро, а мне затопило. Она говорит, иди в кроксах, и потом еще весь день мне в мокрой ходить. Так, в общем, ребят, поднялись мы уже к себе в ресторан. Нам приходится переснимать кадр, потому что камера была грязная. Да. Поэтому будет все как в первый раз. Рекомендую это пиво. Да, в общем, везде оно стоит по 13 лир, но здесь в ресторане оно стоит 30 лир за бутылочку. А 30 лир, чтобы вы понимали, это, наверное, 5 долларов где-то. 4-5 долларов. Вот. За Донбасс из-за вас. Ребят, вход идут фуд-блогеры. Александр, расскажи, что у тебя в тарелке? Забыл, как называется рыба. Форель. Форель, картошка фри, какой-то перчик и летний салатик. Да, у меня все то же самое. На выбор можно было взять или шашлычок, или форель, или котлеты из барани. Я уверен, форель невкусная, потому что я не вижу золотистой корочки хорошей. Ну, а, зато уверен, красная рыбка. Я рыбы не любитель, но я давно форель не ел, поэтому... Вот а так. Я не понимаю, зачем поливать рыбу лимоном. Чтоб она давала вкус, кислинку. Мне не нравится кислинка. Дальше, давайте дальше. Потом группа просто так испортится. Они опаздывают. Не надо оплачивать. Я буду вам снимать вот с такого ракурса влог. Вы не против? Порядок будет? У меня за эти 3 дня пожирнел подбородок, кстати. Я заметил. Никогда не толстел. Здесь, видите, ебать. Как такое? Это будет 17 километров, ребята. 17 километров. Вот такой жесткой, там ущелья будут, да, и под напором мы будем держаться типа за веревку и вот так спускаться в ущелье, и потом в скалу попадаем, ну и там типа вот такая будет. Не хочет, она немножко сказала, стрёмненькая. Вот я не меняюсь, я стабильно, пью я, не пью, я всегда выгляжу нормально, будь то там, ну вот, стабильный, хороший парень, да. И вот стоит. Вот. Короче, сейчас пойдем. Будем смотреть, как. Я Вику специально хочу снять. Ты никуда не денешься. Посмотри. Посмотри, как. А нам еще очень много влога снимать. Вика тоже стрёмно. Кстати, здесь ужасно будет холодно. Ну, мы, в принципе, такую фигню и проходили один раз, да? Просто здесь вот этот рафтинг, знаете, на кораблях, маленьких лодочках. Мы проходили такой в том году, но он был маленький. И типа, а здесь 17 километров. Но 17 никто не выйдет, поэтому там кто сколько хочет, то пройдет и сваливает типа. Так. Зашли мы во вход. Никого не ждем. Идем дальше. О, какие картиночки. Смотрите, как релаксит турки. Чил прям. Вода голубая, как в Дюню в каньоне, да? Ага. Вау. Красиво. Чтобы вы понимали, Вика вчера купила сначала вьетнамки, потом сегодня арендовала вот такие тапки, а сейчас на втором месте, да? Нам сказали, что аренды нет, и их придется купить. Спасибо, Вика. Саша. За 2 дня полинял на 55. Посмотрите на мои мерзкие ножки. Они еще такие неудобные, давят просто пиздец. Короче, погнали. И последняя точка. Еще будет один. Я знаю, город, да. Город призрак. 4 должны быть. Это за как мы там. Так, я чую, сейчас будет очень холодно. Так. Ну да, достаточно ледяная вода. Смотрите. Ой, бля. Ой-ой-ой. Да, я не пел, реально. Ребята, блин, вода ледяная, капец. Как она ледяная? Просто жесть. Аж ноги сводит.
сюда. А? Везде. Я не чувствую, как я сеточка. Очень, очень мерзнут ноги. Хочется их достать. Не спеши. Вот так вот и живем, ребята. Очень мощный каток. Фух, наконец-то тепло. Да, Викуля заботится. Пожестче, пожестче. Блин, ребята, вода очень холодная. Это мы только начало самое прошли, а еще 17 километров. Помнишь, мы когда на Гюндике были, сразу плыть? Да, там такая же ледяная вода была. А, ну там ты просто полным телом и плывешь. Да. Тут еще типа лайфхак вообще. Жестко. Ты уже красивая? А, нет. Микля какой толстый в камеру. Толстый какой. Что ты говоришь, Саша? Я говорю по звуку. Я не знаю, слышно? Ну, вряд ли на камеру. На камеру не слышно. Да, но ты слышишь? Да. Почему-то страшно. Вот первая преграда, где будет что-то страшное. Да, как это? Ага. Вообще, как это выглядит? Ребят, Саша там пугал тем, что там что-то жуткое шумит, а это всего лишь вот этот вот маленький водопадик. Хотя там будет, типа, какой источник. Да. Который мы с удовольствием обойдем по вот этим вот черным... глином, не знаю, что это. Опасненько, конечно, под горами ходить. Ну ладно. Они тут кто-то преследует еще. Что-то уже случилось. Что-то сейчас уже произошло. Посмотрим на первую. Ну, сейчас я покажу на большом камне, Вик, там как по катку. Угу. Это мы помним, что мы ущелье были, это не то. Типа здесь именно гранит. Да. Вот такой скользкий. Дай покажу. Вот, и он типа скользит страшно, и все такие камни. Но у меня тапочки вообще не скользят. Ну это у тебя, вот посмотри, блядь. Да? Вот. Ну у меня вообще нет. Ну типа, вообще каток. У меня с шипами. А вот если что-то случится, как об этом им вообще сказать? Так, ребят, начинается на 30. И тоже интересная вещь. Ну, на заднем пути, короче, на обратном можем зайти.
Что? Кого преследует этот мотоцикл, мы нас собираем. Ага. Короче, ребят, дошли мы до вот такого вот такого препятствия. Да. И забраться туда очень сложно, только, короче, за деньги. Нужно платить туркам, чтобы они помогали. И, скорее всего, дальше мы не пойдем. Потому что потом еще дальше хрен съедешь. А, ты тут видишь, тут в чем? Он говорит, встать мне на колено, ведь я могу тебе, в принципе, подсадить, но ты меня потом не вытащишь. Не вытащу, и плюс назад, короче, я потом не съезжу. А назад мы просто спрыгнем. Назад. Окей. $10, это дорого, блядь. Лучше бы они брали по одному, и, блядь, там каждый второй бы. Ну, это просто зашквар. Дело не в бабках. Просто мы в прошлом каньоне прошли намного больше. Ты помнишь, мы же думали, когда уже конец состав. Ну, да. Типа, здесь... Ну, там цена была намного дороже каньона. Да, и здесь красивее, без базара. Но, типа, того не стоит. Ну, не знаю, может, и стоит. На обратном пути мы решили посетить еще данную пещеру. Грязненько тут, ну ладно. Короче, тут можно полазить, знаешь, как типа в американских фильмах. Ляп. Ну, походу, все. У меня что, на айфоне ночной режим появился? Очень хорошо видно в телевизоре. Может, видео появился. Ну, смотри. Убираем камешки. Вот этот, но он не гладкий, как белый, знаешь. Вот этот красивый. Вот белый, ты если ты берешь, вот он и такой, видишь, ля. Как яйцо. Да, как яйцо. Так это и так именно яйцо. Давай этот заберем. Смотрите, на самом деле, какая опасная гора. Вот она, наверное, висит на волосках. Вот это мы первый раз, когда шли в первую сторону. Вот, смотрите. Видите? Типа падало. Но это, может, был козел, потому что нам говорили, что они могут сбрасывать. Или это с горы. Так, вот мы вернулись, да, преодолели все препятствия, так сказать, Вика уже знает, что делать. Но мы хотим пойти вот к тому вот водопаду, потому что с него можно попить воды. И, типа, это какая-то там очень полезная. Но тут течение, конечно, мощное, видите, оно камера не передает, но что ж, надо держаться. Но вода холодная страшно, просто ноги отмерзают сразу. Там не так холодно, здесь, видать, из-за течения. Так, здесь уже по колено. Вот, видите, сразу. Ух! А, я справился, Вик. Новые шорты вот уничтожены. Сейчас будем смотрим, как это Вика делает. Течение жесткое, меня чуть не снесло. Я еще с телефоном был. Давай, давай, Вик. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ух! Жесть, а я с телефоном был, Вик, не жесть. Блин, как попить лучше? Подожди, отсюда. Типа это вода питьевая. Сейчас будем пробовать. Очень жестко, ребят, здесь переходить. Просто жесть, как жестко. Она сносит. Просто кошмар. Давай, пей воду. Странно, что никто не пьет, один я пью. Может, они отсюда пить? Может, он не то имел в виду? О, тоже красиво. Сюда, в копилочку. Так. Сейчас вот эти тоже идут просто жесть. Там уже поглубже, там именно уже, наверное, ну, по грудь. Бля, так бы было бы прикольно, если бы сейчас кого-то снесло. Ну, сейчас положи телефон куда-то, наверное. Было бы прикольно, если бы кого-то сейчас просто вот так унесло. Очень прикольно. Здесь туалет есть. Домашняя атмосферка. Я тут присел.
Там типы рядом лежат, пьют, не видно. Идем в древний город, который занесен в книгу ЮНЕСКО. И мы не знаем, что это, но типа какой-то важный. Так, ребятушки, сейчас я вам проясню ситуацию, почему эту часть влога снимаю конкретно я. Вика устал. Мы ехали сюда долго. Я сказал: Саша, я устал, у меня нет сил снимать, поснимаю. А я ж, вы знаете, как всегда, живчик. Самое жесткое, что у нас завтра еще сложнее день. Я не знаю, как она уже не вывозит. Старушка, сейчас расскажу про нее. Уже спит. Я вчера говорю: давай тусить. 12 часов, она говорит. Я спать, Саш. Понимаешь? Так, вот я сейчас, я не знаю, куда иду. Я всех покинул, бросил даже Вику. Так, ребята, смотрите, так выглядит. Ну, если вам будет интересно, мы уже немножко подустали, потому что это очень долго, да, процедура вся идет. Смотрите, древний город в книгу ЮНЕСКО. Я не люблю вообще древние города, обычно это все разрушено и ничего не понятно. Вот ты ходишь, типа Буераки, но тут еще более-менее видно, что здесь. Я вам сейчас покажу комнату, так, шоу-рум проведу, да, шоу-рум, рум-тур. Это туалет. Раньше он выглядел вот так. Вот так. Это типа все вот одна квартира. Кухня. Вот здесь была. Кухня. Вот мы идем в спальню. Коридор. Спальня. Первая комната. Вторая комната. Двухкомнатная квартира. Понимаете? Пойдем выше. Тут особо будет, ну, нечего смотреть, потому что, ну, я повторяю, я не люблю разрушенные города. Еще типа римские, там, итальянские, в смысле, они классные. Там все такое белое, прозрачное. А это вот, ну, вот, не знаю, просто серое. В музее Фетье, в музее, если вы посещаете с этого музея, там есть деревянные. Немножко только что съела. Еще одну.